Вот хочу показать, какой большой выбор колбасных, мясных, рыбных изделий в магазине Миксмарт. Колбаса здесь, конечно, вкусная, цены приемлемые, я скажу. Ну, как и везде, примерно в немецких магазинах, так и в этом. Нет, все, в этой сети можно. Но можно иногда, да, себе позволить. Здесь вкусная продукция. Ну, вот так вот, видите, какие большие, какой большой выбор. Вот тебе и куриная окорочка копченая. 12,90 килограмм. Здесь разные колбасы, докторские всякие. Ну, здесь поставки из Восточной Европы. Польша, там Румыния. Из Украины есть, из России, отовсюду понемногу. Вот мы сюда заезжаем, покупаем вкусное. Нам больше нравится эти вкус таких изделий мясных, колбасных, чем мы берем колбасу в немецком магазине. Вот сейчас подают, здесь вот замороженное мясо, всякое разное. Путан. Вот свининка здесь. Так, буду потихоньку проходить. Смотрите, цены все. Хороший выбор. Нормальные цены, можно сказать. Конечно, раньше было немножко дешевле. А сейчас, ну, все меняется. Не только у нас. Ну вот здесь вот уже пошла курочка. Фляйный фляйш. Вот такие вот, смотрите, фарш 4,59 свиной. Крылышки куриные 3,49 евро. Здесь вот разные со спины обрезки, там такой, ну, спинки. Ага. Килограмм, рубль 89. Это вообще недорого. Возьми, а я пока возьму. Вот такие вот. Вот так вот. Вот теперь пошла рыба. Здесь вот салат из морковки, капуста. Разные штуки рыбы. Ну, рыба, честно сказать, конечно, дороговатая. Но ничего, выбор хороший. Берем иногда понемножечку рыбки разные, или кожушки, колюшки, или моевы. Вот, селедка берем. Здесь вот там вот селедочка видрит, здесь скумбрия. Вот здесь вот свежая рыба во льду лежит. Ну, как-то вот так вот. Вот купили мы сейчас одного амура. Вот такого вот. Потянул на 11 евро, но хочется рыбки. Вот. Красная рыба, стейки. А здесь вот всякая уже сушеная. Ну, сушеная она легенькая, цена, цены такие по 40 евро за килограмм, там больше. Но она же легкая, легкая, легкая. Ее получается 100 грамм возьмешь, и довольно-таки нормально, там 200 грамм. Вот такой вот выбор. Смотрите, класс. Сушеный, сколько рыбы к пивку. Тут и пиво можно купить. Все. Ну вот, это то, что я хотел показать. Какой здесь выбор. Ну вот, подошли мы к конфетам. Мы решили конфеты не брать. У нас еще дома в двух вазах лежат такие разные. Мы вообще сейчас сладкого стараемся есть меньше. Решили вот взяли рыбку амур. Посмотрите, вытянул на больше килограмма, кило 300 почти. 11 копейками, да, да, почти. Ну, решили, все равно мы ошиблись с ценой, думали, он дешевый. Но, тем не менее, он похвалил. Я думаю, что эта рыба хорошая. Взяли вот такие спинки куриные на суп. Я их жир лишний срезаю, выбрасываю. И такой супчик хороший получил. Такие колбаски польские взяли. Вот такая колбаса. Называется из молодого поросенка.
одну селедочку за 2 евро, 2,11. Угу. Вот такую икру разную на завтраке взяли из трески, из минтая. И вот такая эрзац, это заменитель. Здесь искусственная это, такая, да, из агара-агара. Из агара. Да. Тоже вот это сало украинское мы как-то брали, очень вкусное. Взяли печеночную с чесноком. Угу. Ну, она где-то ойра 3 вытянула. Майонез все время рекламирует этот Махеев. Ну, мы уже тоже его брали, много пойдет. Хочу винегрет сделать как раз, вот свежий майонез. Купила свеклу свежую. И капусту квашеную. Попробую. Ну, в общем, все вот так. Вот так мы немножко закупились. Ехали мимо, заехали в русский магазин. Сейчас купим еще хлебушка и поедем домой. И там и скажу, сколько мы потратили на эту. Давай хлеб. За все, что купили. Вот хлеб такой вот здесь. Хлеба нет большого выбора, но мы здесь берем, потому что хлеб вкусный. Сейчас посмотрим, какой выберем. Хлеб по цене. Вот Бородинский, такой, допустим, 2,75 стоит. Тут два. Казачок 2,09 черный хлеб. Сейчас. Вот такой. Давай вот такой батон возьмем, Нина. Какой? Вот этот батон, да и все. Давай, один белый, батон. Да? Хватит нам батона. Или вот такой лучше. Или вот такой, Владик, себе. Нет, тут я не хочу, тут да? Не очень. Ну давай вот этот, его на завтрак. Верхний, может, с семенами, нет? Не хочешь? Я уже взяла руками. Ну, бери, ладно, теперь ему ничего не надо. Вот этот хлеб тоже вкусный, кстати. Ну, хватит нам. Ну, ладно, да. Ну, как-то вот так, все, идем на кассу. Сладости брать не будем, у нас и халва все еще есть. Да, пошли. Ну, вот, сложили все на бант. Сейчас ждем, придет кассир, будем рассчитываться. Ну вот, мы уже дома. Вот у этого малыша нашего, внучка, забрали его из садика. Что хочу сказать. Там возле машины снялся, что получилось с русского магазина. Заплатили мы там 45 евро. Ну это, если на рубли, где-то примерно 4,5 тысячи. Ну, вот на этом и закончу. Все, всем... Красавчик наш. Вот он сидит. Посмотри, где ты там, красавчик наш, внучок. Вот и Омочка здесь. Все, всем пока. Помаши ручкой. Скажи всем всего самого доброго. Скажи пока. До свидания.